Мой прадедушка был на войне, он страну от врагов защищал. И когда все горело в огне, его ангел крылом укрывал. Он геройски прошел всю войну и с победой вернулся домой. Я за мир благодарен ему и горжусь, что мой прадед герой. Я ни разу не видел прадеда, и меня он не видел, не знал. Но со мной на параде победы он в бессмертном полку прошагал. Моего прадедушку зовут Хадаров Шыңғыс Альмгазиевич. Он родился 10 апреля 1922 года в селе Зинзели Астраханской области. Призван на военную службу в ноябре 1941 года в составе 2-миллионной армии. Находился на границе с Японией с 1941 по 1945 годы. Участвовал в боевых операциях по освобождению городов Северной Кореи. Прадедушка служил в звании сержанта в должности командира отделения минометчиков в составе 267-го стрелкового полка. За участие в боевых операциях в Северной Корее он получил благодарность от командования в составе 604-го Гаубицкого орудийного полка. Находился с июля 1946 по ноябрь 1946 на территории Северной Кореи. В этот период Япония пыталась начать биологическую войну. Был внедрен холерный вибрион. Прадедушка в составе охраны санитарного полка был направлен на ликвидацию очагов холеры. Он находился там 100 дней. В конце ноября 1946 года был демобилизован из рядов регулярной Красной Армии. Проживал в совхозе Волжский Астраханской области. Длительное время работал на паромной переправе совхоза. Имел медаль за победу над Японией. Награжден орденом Отечественной войны 3-й степени. Умер 10 марта 1997 года.